Георгий, добрый вечер. Ваши впечатления об игре? Ну, проиграли. Испугались, наверное. Как звучит грозно, команда из Испании, сразу испугались. А оказывается, можно с ними играть и не пропускать нелепые голы. Но нет, это не уменьшает их силы, но просто с ними можно играть, бороться и получать хоть какой-то результат. Наверное, до первого гола вы лучше смотрелись их намного, то есть, да, территориально, то есть, наверное, ключевой эпизод это было удаление. Удаление одного центрального полузащитника, игрока основы. Да, это удаление сыграло большую роль, но все равно команда не сдалась. Ну и в конце забили два гола и все равно проиграли 5-3. Ну, концовку вы, конечно, забрали, видно было. Наверное, сил не хватило. Наверное, сил не хватило. Или сначала не хватило, а потом начали играть. Непонятно. Ну, впереди ответная игра, в принципе, в два мяча отрыв всего лишь. Уже есть какие-то там мысли? Собрать максимум основных игроков, собрать максимум ключевых игроков и сыграть, как мы умеем, и добиться нужного нам результата. Впереди у вас важная игра в чемпионате. Да. Да, с ПСЖ играем за первое место. Будет серьезная проверка сил. Посмотрим, что получится из этого. Все, удачи вам тогда в дальнейшем.